Они уже определились со своим будущим и теперь готовы создавать будущее родного города. Выпускники образовательной программы «Будущее белой металлургии» получили дипломы. В зале десятки выпускников, их родители и педагоги. Всех объединяет торжественный момент – церемония вручения дипломов об окончании учебы по программе «Будущее белой металлургии». Каждый студент получил профессию, а многие даже несколько специальностей. Выпускники уверены – без работы не останутся. Профессия электрика всегда была актуальна и востребована. В колледже предоставлялась практика, и проходил ее на одном из предприятий. И этот опыт я посчитал максимально полезным для себя, как для специалиста. Это уже 12-й выпускной образовательной программы «Будущее белой металлургии», которая была внедрена по инициативе предпринимателя Андрея Комарова. Программа предусматривает больше практики, чем теории, чтобы эффективнее готовить высококвалифицированные рабочие кадры. Для промышленного Первоуральска эта задача в числе приоритетных. Ребята, вы большие молодцы. Я вас поздравляю. И дальнейшее ваше будущее, дальнейшая ваша карьера сегодня будет зависеть только от вас самих, от ваших стремлений, от ваших желаний. Ребята, одно пожелание – не останавливайтесь ни перед какими трудностями. В прошлом году Первоуральский металлургический колледж и образовательный центр, на базе которых реализуется образовательная программа, стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». Он позволяет получить рабочую специальность высокой квалификации в более сжатые сроки. Мы считаем, что основной задачей федерального проекта «Профессионалитет» выступает не просто сокращение сроков обучения. Сегодня очень важно, чтобы студент, приходя учиться, уже понимал, какому работодателю он будет трудоустраиваться после выпуска из колледжа. Наш опорный работодатель – компания «Cybersteel». Мы стремимся сегодня именно с ними заключать целевые договоры. Многие выпускники уже определились с местом работы и заключили целевые договоры с работодателями. Я посчитал, что это будет очень полезно, когда я закончу обучение, у меня уже будет понимание, где я буду работать в дальнейшем. Я могу лишь вам позавидовать, потому что в мое время, когда я училась, не было таких крутых образовательных кластеров и площадок. И та площадка, на которой вы получили будущую профессию, она действительно уникальна. Я надеюсь, что все те, кто уже заключили целевые договора, придут к нам работать. За все время реализации образовательной программы в Первоуральске подготовили почти 2000 белых металлургов, тех, чьи навыки теперь востребованы на современном производстве. Алексей Вербицкий, Андрей Волков, новости Первоуральска.